Всем привет, друзья! В данном видео хочу быстренько вам показать линейку инструмента NeoLaser. Данная линейка зашла в Россию как профессиональный инструмент. Инструменты выполнены очень добротно, то есть они рассчитаны на профессиональную нагрузку, то есть на интенсивные работы. Производитель дает очень крутую гарантию в 4 года. Не каждый такое себе может позволить, производитель. Полноценная гарантия 2 года напрямую. И 2 года дают при условии, что вы регистрируете данный инструмент на сайте. Это сделать элементарно. На каждой коробке есть QR-код. Заходите и регистрируйте в личном кабинете инструмент по серийному номеру. И у вас будет 4 года полноценной гарантии. Если вы работаете как юрлицо, то компания, в принципе, может позволить себе в течение года обслуживать ваш инструмент. Линейка представлена многочисленным инструментом, как аккумулятором, так и сетевым. Постоянно обновляется. Буквально недавно появилось две или три новинки. Это аккумуляторный винтоверт, гайковерт и перфоратор. Фирма постоянно добавляет новые инструменты. Будет полноценная аккумуляторная линейка. Здесь еще я не представил болгарку. И также она постоянно добавляется и добавляется. По аккумуляторному инструменту на данный момент представлена в виде трех 20-вольтовых шуруповертов. Это идет шуруповерт модель 63 ньютона момент затяжки, момент 140 ньютона затяжки. И будет такой же шуруповерт 170 ньютон, то есть вообще будет бешеный монстр. Также скоро в продаже появляется 16-вольтовый малыш, то есть который будет сочетать в себе качество компактности и мощности. Дальше у нас получается винтоверт-гайковерт. Винтоверт очень компактный, с хорошим моментом. Получается у нас 250 ньютон для такого малыша. Очень классные регулировки, очень много регулировок. Можно его, в принципе, сравнить с макитовским винтовертом. То есть, ну, максимально, да, по количеству регулировок. И вот такой классный гайковерт, тоже компактный, с вообще заявленным 600 ньютон момента. Это вообще топовый показатель. Аккумуляторная база у них одна, аккумуляторы вот такого плана. Аккумуляторы подходят, сразу скажу, на инструмент Makita, либо на этот инструмент можно поставить макитовские аккумуляторы. Все идут с индикацией заряда, будут выпускаться в 2-амперном, 4- и 6-амперном варианте. Также отдельно будут продаваться зарядные. Все аккумуляторные инструменты идут бесщеточные, с хорошими моментами. Ну, отдельно, я думаю, мы сделаем обзор на каждый инструмент, чтобы полноценно рассмотреть, разобрать каждую модель. Аккумуляторы хорошие, банки хорошие, поэтому с ними проблем быть не должно. Дальше, аккумуляторный перфоратор с моментом, получается, с 2,2 джоуль, трехрежимник полноценный, то есть режим долбления. Перфоратор компактный, очень удобный. Единственное, учитывайте, что перфоратор поставляется, и как так же, как и винтоверт, гайковерт, поставляется без аккумуляторов. Аккумуляторы нужно будет докупать отдельно, либо приобретать в совокупности с каким-нибудь еще инструментом, там, каким как шуруповерт. Тогда у вас будет полноценные 2/4 в комплекте, зарядка и сам инструмент. По сетевому инструменту очень классный перфоратор у него лазера. Он идет у нас 800 ваттный, и заявлено у него 3,8 джоуль удар, то есть не каждый перфоратор может похвастаться такой силой удара. Отзывы уже у данного перфоратора отличные. Единственное, у него не такая стандартная, да, компоновка, у него рукоятка, не стали они делать большую рукоять, ее немножко уменьшили, сделали в виде кольца. Также такая есть небольшая фишка интересная. Здесь есть вот такая скоба для того, чтобы можно было подвесить этот перфоратор на пояс монтажный. То есть для монтажников, то есть это будет очень удобно. Рукоятка, которая не торчит, не мешает, и скоба, которую можно повесить. Сила удара, повторюсь, классная. 3,8 джоуля. Пока только положительные отзывы. Очень классная циркулярочка на 1400 ватт. Она мне напоминает чем-то циркулярку Стэнли своим исполнением. Очень добротный пластик, металл. Выглядят инструменты очень достойно. Диск у нас получается 190, стандартный, не 185, как сейчас многие перешли. Как бы не очень удобный размер по характеристикам, но вот можете наблюдать. Тоже циркулярки классные, тяжеленькая, прорезиненная, хорошая подошва у нее с барганцевого сплава. Дальше три болгарочки на данный момент. Болгарка идет на 870 ватт обычная, вернее, это вот это у нас обычная 870 ватт, потом идет 1100 ватт с регулировкой оборотов и с регулировкой оборотов на 1300 ватт в таком исполнении с кнопкой уже именно такого, которую нужно будет удерживать. Ну, то есть
для удобства и кому нужна большая мощность. Болгарочки очень такие компактные, легенькие, удобно держать в руке. Она, корпус у нее не толстый, то есть для плиточников идеально зайдет. Болгарочки мощные, все идут с залитой обмоткой, то есть можно спокойно работать по пыли, не бояться. Бронированный статор, как бы вообще проблем нет. И с регулировкой болгарка тоже, она такая не сильно тяжелая. Для плиточников зайдет на ура. Регулировка, хороший крутящий момент. Тоже отзывы уже очень положительные. Электроассортимент поставляется в таких вот чемоданах. Это именно шуруповерты, перфораторы. Аккумуляторная линейка будет идти просто в коробочках, которые будут отдельно продаваться тушками. Чемоданы также обещали переделать, хотя они сейчас довольно добротные. Единственное, защелки у них пластиковые, но обещали переделать и сделать чемоданы наподобие метабовских, которые будут из плотного пластика с металлическими защелками. То есть будет инструмент только улучшать, развивать. И компания всецельно на это нацелена. Поэтому, ну, если кто-то планирует менять инструмент, либо подбирает себе какой-то набор, то, в принципе, на него лазер можно смело обратить внимание. Инструмент добротный, ценники адекватные. Если так быстро пробежаться по ценам, если по памяти, такой перфоратор вроде обойдется в 7 тысяч рублей, с такими характеристиками, в принципе, конкурентов у него особо нет. Циркулярка 6,5, получается болгарка без регулировки 3800, 4800, такая, по-моему, 5,5, шуруповерты 14 и 17 тысяч соответственно. Ну, за такие моменты, за комплектацию с двумя четверками, это прям ценники шикарные. Перфоратор будет 10 без аккумулятора, без зарядки. Гайковерт, винтоверт, не помню, если честно. Повторюсь, линейка будет только развиваться, инструмент будет только дополняться. Еще в этой линейке есть отбойный молоток. По-моему, даже два разных по мощности, тоже очень хорошо сейчас себя зарекомендовали. И повторюсь, аккумуляторная болгарка очень классная. Ну, пока сейчас у меня ее нету. Думаю, в будущем вам ее покажу. Если кому-то будет интересно, задавайте вопросы, пишите, спрашивайте про какой-то отдельный инструмент. Мы сниму отдельный обзор, посмотрим, разберем. То есть пишите в комментариях, не стесняйтесь. Спасибо большое всем, кто смотрел. Пользуйтесь качественным инструментом. Пока-пока. До новых встреч.